Первый торговый день после выборов турецкая биржа Борса начала с интенсивного роста. Во время сделок динамика индекса превысила 3%. После достижения отметки 4700 индекс зафиксировался на уровне 4650 пунктов. Отметим, что в последний день прошлой недели BIST 100 закрыл торги на отметке 4580 пунктов с ростом на примерно 4%. Такая динамика связана с уверенностью инвесторов, которая укрепилась после завершения президентских выборов. Наибольшую активность с открытия сегодняшних торгов проявили сектора связи, транспорта, минеральных продуктов и нефтехимии. Их ценные бумаги выросли более чем на 3%. Малый и средний бизнес, продукты питания и информационные технологии начали неделю с роста стоимости до 1%. В то же время, как банки стартовали с частичного роста более чем на 1%. Сектор холдингов на открытии вырос сразу на 1,5%. Акции и облигации основных сегментов отрасли промышленности и услуг увеличились на 2,5%, а финансовый сектор поднялся почти на 2%. Ранее, когда голосование перешло во второй тур, рынки отреагировали резким падением показателей.